Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ці люди занурюються у холодну крижану воду не лише на водохреща. Вони витривалі та загартовані холодом. Отож, знайомтесь, сьогодні в нашій студії, я би їх назвала моржами, але вони кажуть, що ні, вони просто сталеві люди, тобто вони знають і вміють, як себе поводитись на повітрі, на морозному повітрі, і ще й пірнають. Отож, Артем Кваш, Шнін і Наталія Ратман, члени клубу загартовування. І я дуже рада, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Ми зможемо і поговорити, і взагалі поспілкуватися про те, як же потрібно правильно це робити, занурюватись у воду. І сьогодні багато хто, можливо, вже почав це робити, а можливо, до кінця дня ще зможе. Так? Пірнути у ополонку. Розкажіть про ваш шлях, як взагалі все відбувалося, чому ви вирішили стати моржами? Ну, можна я так вас буду називати? Чи не дуже вам подобається? Так проще. Так, і пригощайтесь чаєм, звичайно, з холоду. Спасибо. Зараз на вулиці холодно, тож вітамінний чай якраз нам допоможе. Ну, давайте, Артем, з вас почнемо, так? Да. Це було, наверное, год 2008. Ми втроєм з друзями, я і мій друг, и еще одна знакомая девочка, мы решили, так как мы занимались спортом, хотели дальше развиваться в этом направлении еще сильнее. И решили осенью начать моржевать. То есть еще быть еще более здоровее, еще более ЗОЖ, то есть все, что было популярно. И вот это было 30 октября, последнее воскресенье октября, и мы начали купаться. И с того времени, каждое воскресенье до апреля мы купались регулярно. И взимку також. Ви, безусловно, каждое воскресенье. Не залишали жодної неділі, так, да, аби прийти і пірнути. Тут головне регулярність, я так розумію, так, да. Наталя? Так і є? Да, очень важно регулярно окунаться, потому что разовое окунание на крещение, как многие считают, не сделает организм крепким, здоровым, сильным, но и, конечно же, не избавит от грехов, как считают многие наши жители города, которые окунаются в воду и надеются, что Господь простит им грехи окунанием в воду. Ну, бажання – це вже добре, так? Это хорошо, це хороше начало, да. Це вже непогано. Про те, як правильно це робити, мабуть, ми вже знаємо. Перший шлях – це регулярність. Тобто ви починаєте, наприклад, з літа, так? Нет, коли ще тепло, нет. Ні, треба з холоду починати. Лучше починати в октябрі. Чому октябрі? Тому що к концу октября вода в Дніпрі становиться чистою. Тобто зелень уходит. Максимально чистая, и в нее приятно погружаться. То есть это даже не начало октября, не середина, а ближе к концу. Перегнили вже всі водорості. І ушли. І пішли, да. Так. Ну, справді, мабуть, ви влітку менше купаєтесь. Вообще. Зовсім не купаєтесь? Да, да, тому що Дніпр грязний, і купатися там неприятно. Але вода очищується. Ви вже, як знаєте, так, да, як досвідчені люди, можете сказати, що ж відбувається з річкою. От ви прийшли, наприклад, от 30 жовтня, як це у вас було перший раз, прийшли на наступний тиждень вже, в неділю. Що ви там побачили? Холодніше було набагато, а коли сніг пішов, я не знаю, ну вже ж холодніше стає. На самом деле, не стільки важна температура, скільки вітер. Если ветер сильный, то очень холодно. А если ноль и ветра нет, то ты это не ощущаешь. То есть ноль, минус один, минус два. А вот если ветер и даже плюс пять, плюс десять, то холодно. Потому треба тут... с собой что-то брать и накрываться? Нет, нет, нет. Ты когда уже... Самое сложное – это зайти. Поэтому про процесс. Так, то будь есть... ласка, да, это да, очень важно. Как же все это происходит? Мы... всегда разогреваемся, то есть бегаем, делаем гимнастику, полностью разминаемся все вместе, нам уже становится жарко, мы разогреваемся хорошо, нам уже в одежде жарко, и мы свободно раздеваемся до купальников, и в это время тепло, которое мы накопили, оно сохраняется в организме, и мы можем более мягко заходить в холодную воду. А, ось як. А я думала, ви прийшли, роздягнулися, почали робити вправи, і тільки потім пірнаєте вже у воду. Ну, да. А тут виходить, ну, а ви в одязі розминаєтесь. Да, да, конечно. Ну, тобто тут, бачите, ви зберігаєте, накопичуєте конечно тепло, зберігаєте, і тільки потім йдете вже купатись. Да, максимально згладжуємо процес, ну, цей переход.
Угу. А, Наталя, ну от як жінкам, я бачила серед моржів більше жінок чомусь. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, чоловіки не такі витривалі, можливо, вони не хочуть, ну не знаю, може зайняті. Не знаю, в чому справа. Чому так? Як ви думаєте? Ну, я не знаю, почему больше женщин, но я могу рассказать о своем пути, да, почему именно я пришла и занялась моржеванием. Хотя, если бы мне лет 10 назад сказали, что ты туда вот окунешься в эту прорубь, я бы не поверила. Вот, поскольку я человек такой теплолюбивый и ну, не подумала бы раньше, что я смогу заниматься моржеванием. Но желание быть здоровой, желание повысить свой иммунитет и помочь своим детям сподвигло меня на этот шаг. Вот. Я думаю, что всему свое время, все мы когда-то недооцениваем себя, да, и когда приходит время сделать тот или иной шаг, мы к нему готовы, и тогда уже начинаем этот путь. Вот. Ну і в этом мені помог Артем. Ага, Наталія, ну ще так, хочеться дізнатися, ви хворіли, чи просто хотіли зміцнити імунітет, тому що, може, простуди були кожного року, як зараз? Да, был такой немаленький букет заболеваний, это было очень неприятно, это были вирусные, простудные заболевания, гаймориты, тонзиллиты, также детки болели постоянно, девочка пошла средняя в детский сад и оттуда приносила нам вирусы, и мы по кругу болели, то один ребенок, то второй, то я подхватывала и так вот по кругу. Также у младшей девочки было такое неврологическое заболевание, связанное с проблемами с дыханием. Вот, я тоже считала, что закаливание может помочь моему ребенку. В каком плане? Когда ребенок заболевал вирусным или простудным заболеванием, приступы с дыханием учащались. И врач рекомендовал минимизировать вот эти вот вирусные заболевания. А я видела вот именно такой путь к здоровью своих детей, именно закаливание. Ну и как мама я хотела показать пример своим детям. Так они разом с вами теперь ходят? И чи хтось не хочет? Самая важная проблема перед тем, как я решила сделать этот шаг, это у меня была проблема с суставами. И когда врачи медикаментами мне не смогли помочь, у меня были болезненные ощущения в суставах, вот, они посоветовали поднять иммунитет. Но так как медикаментозно сделать это эффективно очень сложно, и не доказана польза от этих медикаментов, и не доказано, что можно решить таким образом быстро проблему с иммунитетом, то я решила пойти таким путем. Сначала начать самостоятельно, тем самым подав пример своим детям. И я не ошиблась, дети последовали за мной. Да. А вы стали здоровішими? Це вже скільки років? Безусловно. Это уже 9-я зима, 9-й сезон. Я не могу сказать, что мы не болеем вообще. Где-то, ну, может, 1:6 сократилось количество заболеваний. Если раньше мы где-то 6 раз за сезон могли переболеть вирусным заболеванием, за зимний сезон, то сейчас, если это разочек, то также мягче проходит выздоровление, быстрее, без медикаментов, 2-3 дня, и мы снова на ногах, снова. С приводу здоровья, как раз, Артем, хотела запитати у вас, чи також ви відчули себе здоровішим після того, як почали загартовуватись? Да. Это 100%. Как сказала Наталья, конечно же, это не панацея. То есть это не решение всех проблем. Но большой процент болезней уменьшился, либо они проходят более гладко. То есть, естественно, вирусы все мы не можем победить, но, по крайней мере, они протекают во мне, лично во мне, намного гладко, более мягче. Да, поэтому, если вопрос, стали мы здоровее, стали. Может быть, самовнушение, но это тоже прекрасно. А ви як, зранку ходите чи в обід? От який треба час обрати для того, щоб заходити у холодну воду? Ну, в нашому випадку ми вибрали утро, тому що це удобно, з утра ми скупались і далі у нас ще цілий день впереді. Бодрий, либо сонний. А ви заходите з головою, ну, тобто волосся, можете намочити, чи це краще не робити цього? Ну, я стараюсь этого не делать, так как с мокрой головой не очень комфортно. Ну, и также проблемы, у меня есть кое-какие проблемы с сосудами, вегетососудистая дистония, и сосуды могут отреагировать не очень хорошо. Поэтому я считаю, что так безопаснее. Ну, мужчины многие, они окунаются с головой, тем более уже у которых есть опыт. Поначалу я бы не рекомендовала окунаться с головой, но уже с опытом постепенно можно уже пробовать. Через який час? Ну, от поступово це скільки? Місяць, два, рік?
Лучше не меньше года. Не спешите. Да. Угу. Не треба в цій справі, треба дуже обережно. Конечно. Так? А що з собою треба брати, які взагалі треба необхідні речі обов'язково взяти з собою, аби не змерзнути, не знаю, може термос там з чаєм, там щось взутись. Так? Ну да, у нас есть такой опыт, это травяные чаи, мы любим заваривать, и причем это очень интересно, каждый заваривает свой какой-то интересный чай, кто-то добавляет травы, кто-то добавляет фрукты, мед, очень полезно, очень вкусно и согревает хорошо, ни в коем случае не нужно брать спиртные напитки, так как кровеносная система, капилляры могут пострадать, нельзя этого делать, ни в коем случае противопоказано. Ну и также надо одеться в свободную одежду, тесная обувь под запретом, прослойка воздуха должна быть для того, чтобы сохранялось тепло. Можно с собой взять дополнительно носочки, потому что ноги могут вспотеть. И самое важное – это теплые ноги, в тепле чтобы были. Если вспотели ноги, переодеваем теплые носочки. Необходимо иметь очень удобную обувь. Ботинки не совсем подходят, если это свободные сапоги, уги. У меня, например, есть из овчины чуни такие, которые продавались у нас раньше на Европейской площади. Они очень теплые, их выходишь из воды, сразу одеваешь, и ноги в тепле. Очень важно, почему ноги это нужно в тепле. Делать. Угу. Потому так, что, будь ласка. Потому что если холодно, минус 5, минус 10, вода холодная, если это прорыв, мы окунаемся с руками полностью, то кровь вся отходит с конечностей внутрь для сохранения. И тогда с плохо работающими руками очень сложно впихивать что-то очень узкое. Поэтому Таша берет более широкие вещи, ну, более уги. В них запихнул кое-как, уже ногам тепло. І ти вже постійно одягаєшся. От ви коли показали, я нарешті зрозуміла, який це процес і наскільки це взагалі серйозно. І для нашого організму це теж ну, так, не так то просто. Це поэтому стрес. З осені. З осені да, треба. І да. Все одно руки мерзнуть. І ноги. Якщо в більший мінус, так. Звісно ж, так. Ну, мы ждем, звичайно. Да, и касаемо волос с окунанием, если, например, на улице минус 10, минус 15, и вы окунулись. И вы все одно туда идете. Ну, мой рекорд минус 22. Да, это было, мы были с товарищем вдвоем. Одному нельзя. Почему? Потому что занемеют руки в моменте. И самому будет сложно и раздеться, и одеться, и вытереться. Поэтому только вдвоем. Может, не треба было? Нет, ну это было экстремально, это был хороший опыт, который не хочется больше повторять. Ну вы теперь можете сказать с уверенностью, я ходил, я заходил, минус 22, да, это да, было. Да. И волосы, если при минус 22, то волосы все будут во льду. Угу. Они сразу покроются, и ходить с льдышкой на голову, с волосами, а с длинными волосами вообще не приятно. А шапку, вы же берете с собой? Вот тогда берешь шапку. Угу. Ну тоді, коли мінус там великий, да, так? Да, да. А, килимок, виходити треба все одно ж на льод, на кригу ставати, це взагалі серйозне випробування для нашого організму. Може, треба щось підстелити? От, обувь. Также есть еще такие туристические карематы, можно с собой взять этот каремат, чтобы туда сложить одежду, на нем можно переобуваться удобно. Есть такие маленькие туристические для сидения коврики, можно с собой скрутить, взять очень удобно. А все же треба, чтобы была компания. Одному вы не радите идти, а чему не можно одному? А у нас был случай. С одним мальчиком, мы были компанией все еще, и он тоже хотел с нами купаться, при этом он не покушал, легко оделся. Так, еще поесть треба добре. Да, угу. Почему? Потому что... когда но немного. Вы... Немного, переедать да. Нельзя. Потому что когда вы окунаетесь, идет большая потеря тепла на согревание вашего тела. А где брать калории, если вы их не взяли? То есть это не нужно, это лишний стресс. И вот мы возвращались обратно, и мальчик поплыл. То есть мы скоро мы не вызвали, что-то было много, мы отнесли его в теплое место, он отогрелся, отошел, и все. Но если он был бы так, сам... Так он пошел, значит, окремо. Не, он был с нами, он поплыл в плане, начал терять сознание. Ну, я зрозуміла, да. Так, а от чего это сталося? Чему ему стало помочь? Во-первых, неподготовленный. Во-вторых, легко одет. В-третьих, не поел. В-четвертых... Все разом, так? Може, конечно. Может, он просто был не готовый, не так часто с вами ходил, может, через те? Я думаю. И это то же самое. Угу. То есть много факторов. Поэтому нужно каждый максимально предохранить. Ну, да. Забезпечити усе для того, щоб не сталося такого, да, так? Да, а да. Швидка, от як швидко приїздить вона і чи не вызывали ни разу. К счастью, мы не вызывали, у нас все хорошо. А с цим хлопцем що ви зробили? Он отошел. Мы пошли в теплое помещение, он когда дышался, пульс нормализировался.
попил горячего и сталося нормально с ним. Ну, взагалі, знаєте, я хотіла... Він більше не ходив. Я, до речі, вже так, ну, йому, мабуть, ще, може, зарано було, так? Да. У нас вчора в студії, в прямому ефірі, був лікар, і він теж говорив про такі випадки, що, можливо, коли в людини є хронічні захворювання, коли вона не підготовлена, не дай Боже, спиртні напої, тобто все це впливає на стан вашого організму, і, звичайно, треба бути дуже обережними, щоб ось так не сталося, як з цим хлопцем. Це і ще не можна ходити одному. Пані Наталя, як у вас було в вашому випадку? Ви завжди компанією, так? Дітки, як дітки реагують? Да, я ізначально місяць сама попрактикувалась, да? Потім я почала вдома закаляти дітей, обов'язково підготовка. Где-то в течение місяця ми починали з ножик, ми обливали ножки прохладною водою, потім більш холодною, потім по пояс, потім ми обливались повністю. Коли вже діти були підготовлені, тоді вже ми пішли. Ну, я зробила так, я не одразу двох дітей привела, я їх повела по очереди. І мне было страшно, опыт такой первый, страшно идти большой компанией. Я взяла одну единственную подругу с собой, взяла младшую девочку на тот момент, ей было 3 годика, и мы отправились окунаться. Это происходило таким образом. Мы погрелись, сделали разминку с ней, побегали, и быстренько-быстренько я ее раздела, потом разделась сама, взяла ее на ручки в обнимочку, и с ней просто зашла по пояс и присела в воду. Все было максимально быстро, чтобы ребенок не перехладился. Здесь очень важно сделать это все максимально быстро. А потом вот. Швиденько ее быстренько изогрели. Ее согрели, одели, ребенок довольный, все хорошо, и таким образом мы стали практиковать это с младшей девочкой. От... Через месяц уже присоединилась и средняя. Я чула так, що треба розтиратися рушником для того, щоб шкіра почала теж, ну, така нагріватися, так? Це треба цього, чи можна цього не робити? Ні, промакувати. Тільки протирати, так? Надо, надо. Просто промокнуть, розтирати не рекомендується. Ну і наостанок, вже залишається небагато часу, хочеться почути від вас усі рекомендації, які знадобляться нашим глядачам, тому що, можливо, хтось вже пірнув, можливо, хтось почав там плавати, чи просто зайшов на декілька секунд в ополонку, але ж ще вечір, так, ще ніч попереду, тож, будь ласка, від вас рекомендації. Не пейте перед купанням і після купання. Потом теплее одевайтесь. И будьте с компанией хорошей. И главный настрой. Так, дякую, Артеме. Да, я хочу еще от себя добавить, что сейчас вот очень модно делать селфи и фотографироваться. Геройствовать я бы не рекомендовала. Нужно максимально быстро окунуться. Но если хочется сделать одну фоточку, щелкнуть одну фоточку и тут же одеваться, тело начнет выделять тепло, организму станет жарко. И захочется сделать фотосессию. Не рекомендуется неподготовленному человеку долго находиться без одежды. Промокнули, оделись. Все максимально быстро. Можно уже фотографироваться. Да, конечно же, я бы рекомендовала готовиться к окунанию на крещение заблаговременно, хотя бы за месяц, обливаясь дома холодной водой. Но у нас молодежь бесстрашная. Если уже решились, то, конечно, пусть идут. Но селфи поменьше, поменьше фото, быстрее одеваться, и все тогда будет хорошо. Я вам дуже дякую. Так, сподіваємось. Звичайно, знаємо, що у нас люди розумні, будуть робити все, як треба. Ну і дуже хочеться, щоб всі були здорові. Щоб справді це свято принесло і задоволення, і покращення стану, щоб внутрішньо люди себе відчували завжди на позитиві. Дякуємо вам, бажаємо вам все ж імунітет свій затвердити, закріпити, щоб він у вас надовго залишався таким міцним, ну і взагалі, щоб все було добре. А ми зустрінемося з вами за декілька хвилин.